В Якутии впервые вручили юбилейные знаки 385 лет Якутия с Россией. В Доме правительства чествовали лучших представителей разных профессий. Им вручили государственные награды, а также впервые представили новый юбилейный знак. Как отметил глава республики Егор Борисов, День России – праздник, символизирующий патриотизм, единение российских народов. Каждый житель республики вносит вклад в это общее дело. Мы все формируем будущее нашего региона и всей страны. Это очень была трепетная и трогательная минута, потому что на самом деле этот знак символизирует огромный труд, который вложен не только мной и моим коллективом, но и всей республикой в экономическое развитие, в общественно-политическое развитие. Вот о чем сегодня сказал глава республики Егор Афанасьевич Борисов. Поэтому полагаю, что это еще более налагает на нас ответственность за то, чтобы наша любимая республика, которая является единой и неделимой частью Российской Федерации, процветала и дальше.